Okay, здравствуйте, товарищи, and welcome back to more Metro 2033. It's been a little while since we've done this. I've been quite busy. And, as you know, looks like we're gonna. Oops, I remember all this. And it looks like we're gonna start. I keep hitting the wrong buttons. Down here again, so I'm gonna have to do all that crap all over again. But fortunately, it wasn't, you know, very much. Anyway, I'm gonna keep all the guns that I have. I don't want. I happen to quite enjoy what I have on me. So I see no reason to change. Then there's Khan, and then he tells me all this crap. Wait, there we go. Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Да. Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Вот. Дров наколол. Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. Это подвалы старого храма. Давай, забирайся. Отлично. Пора и печку растопить. Лисцам. Kind of looks like a train. Грохот колес, запах смерти. Так начался наш путь в D6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Если верить карте, в D6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли, но и людьми быть перестали. И еще там видели какую-то хрень, что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется, кто такое поверит. Володя в этих туннелях всю свою семью потерял и не помнит, как это случилось. Что случилось? Артём! Эй, с Артёмом что-то творится! Oh, I'm transforming. Oh, I'm being teleported to an alternate reality. Артём! 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 I'm dead. It's all over. Game over. Давай ещё на шатыря. Давай. Очнись, Артём. Очнись. Слава богу. Он приходит в себя. Убери свет. Ты его слепишь. Артём, всё в порядке? Дьявол тебя дери. Ну ты нас и напугал. Apparently, I'm just fine. Ты можешь встать на ноги? Well, I'm just gonna sit here and stare at you blankly and assume that you know the answers to all the questions that you're asking me. Мы приближаемся. Вот и гермозатворы. Отлично. Тормози. I like that the train is fueled on firewood. I think that's awesome. Знал, что не может у нас выйти все так гладко. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артём, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться.
Выглядывайте за тылом, ребята. Так, Володя, найди схему первого. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом по моему сигналу. Здесь что-то есть. 3А на 2D. Что-то к нам приближается. Забей. Упыри. Похоже, что... What's going on? На пулемет. I'm already on it. Way ahead of you, buddy. Ну, хотя бы сдохну в бою. Oh, there's exploding barrels here too. Ah, whoa, whoa. Man, I really suck at this. Oh, okay, I think I got it. Ворота открываются. Быстрей же! Давай, давай! Сейчас накроет! Сука! Не заводится! Она не заводится! Давайте, ребята, мы должны вырваться отсюда! Да! Заработало! Толкнули! Спасибо тебе, Господи. Как мы, а? Почти достало. Dude, that thing's still following us. Получилось! Не хотел бы там оказаться. All are departing the shitbox train at station A2. В D6 сюда. Это еще что? Черт, темно, как у негра дома. Ладно, давай посмотрим, что там. Десантируемся. Alright. Весь хаос туннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Так, мы прорвались, но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артем, Володя, вы со мной. За дело. Да давай, давай же! Ух ты, какая любопытная штуковина. Жаль, слово «ле». Чтоб тебя трубогрыз! I don't know who I'm supposed to go with. Куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое, перекурчик объявим? Такая нервная работа. В аду перекуров не бывает. Все чисто. Вперед, воины мои. Вас ждут великие дела. Великие дела? Мне кажется, что мой след в истории будет больше похож на мокрое пятно. This light here. Should I switch it?
Тут кто-то совсем новый скелет обронил. Может, возьмем с собой? Ну, на брелки. Ульман, хватит балагурить. Вернемся домой, будешь зубной щеткой сортиры чистить. Да, товарищ генералиссимус, так точно. А вот и первое задание. Артем, ну-ка, пощелкай выключателями. I just went over there and I couldn't flip them. Sure. Anymore? Dude, you're way closer to the breakers. Why don't you flip them?